На Олега Кошевого один автовладелец догнал другого. Виновник уверен, причина аварии – скользкая дорога. Водитель автомобиля Toyota Crown двигался по улице Олега Кошевого со стороны Золотого моста. За рулем седана находился молодой человек. В утренние часы он спешил на работу. В районе остановки Бурачка водитель остановился на красный сигнал светофора. В следующий момент в заднюю часть его автомобиля раздался удар. Ставил на светофор и догнал меня вот еще. Стоявший на светофоре Toyota Crown врезался Toyota Harrier. Водитель кроссовера от своей вины отказываться не стал. В то же время мужчина считает, что на произошедшее повлияли дорожные условия. Покрытие скользкое, дистанцию не соблюл. Все. В результате столкновения автомобиль Toyota Crown получил довольно приличные повреждения. Водитель седана уверен, выплаты по Европротоколу на ремонт не хватит. В такой ситуации водители вызвали к месту происшествия сотрудников полиции. Угодившие в дорожно-транспортное происшествие машины перегородили одну из полос дороги, в результате чего со стороны Золотого моста образовалась огромная пробка.